Всем привет, дорогие друзья! С вами Лис. Это очередное видео по развитию в игре Вершина Ниндо. Сегодня будет в основном открытие, так как толком ничего прокачать я не смог за это время. Нужны повторки. Надеюсь, на повторке Янь для Гая. Ну и если повезет, то воду нужно тоже прокачать. Сакуру и Мэй. Так что будем открывать. Здесь 76-й левел уже. Ну как бы толку немного, но все же поехали. Опять галочка снялась. Откроем сразу 10. Неджи. И все. Роса. Корм. И Обито. Наруто. И все. Да. Ничего. Киба. На корм для Итачи. Саски. Бесплатных откровений. И дружеские призывы тоже сразу откроем. Наруто упал. Ханаби. И все. Что ж, здесь одежду прокачать и сакуры сразу. Институт. Огонь. Воду. Синтез. Свитки призыва буду тратить, наверное, на инь-янь. Нужно таки прокачать еще и Гая на 7 звезд уже. Давно пора. А то он висит там с 6 звездами уже давно. Нужно будет открыть. Так, синтез фрагментов. Зецу и Генгецу. Но корм будет уже неплохо. Откроем фрагменты обычные. Еще на воду. И еще один роса. Откроем обычные тоже сразу. Нужно, кстати, в гильдии глянуть. Должно было обновиться. Ино заберу. Сюда снарядим. Будет Итачи с 3 звездными. С 3 звездными. Звездной одеждой. Что-то я сразу Ино синтезировать. По идее, можно ее сразу апнуть. Так. Ветер.
тоже сразу, чтобы не занимали много места. Вода, вода, вода. Нам нужно для сакуры. Ну, шестизвездочного сделать. Давай вот так. Хамару тоже буду сбрасывать. Мне не особо нужен. Не знаю. Берем. Реликвии позже пройду. Здесь все еще не прошел легендарного шиноби. Что-то я совсем забыл о нем. Здесь ударить Шикамару. Пустить салют. И откроем уже повторить. Нет билетов. Опять синтезировать. Уже откроем. Семь. Меня еще раз глянуть варенье. Это магазин. Не хватает еще ни на один свиток. Что ж, откроем несколько. Еще раз. Еще. О. Да, в общем, ничего такого не упало, только фиолки. Тоже неплохо, особенно Кимимару повторка. У меня вроде где-то он есть, уже три. Можно апнуть. Сразу его неплохо будет себя показывать. И нужно 5 фиолок еще для шина. Ну во, можно апнуть Гая сразу же. Повышаю. Не, уже хватает сразу повышать их. Вот, и здесь нужно книжечки здесь сюда посинтезировать, и я думаю, упадет ему желтое сразу на атаку. Выбить надо. Вот. Атака. Ну, вот. Ой. Не то нажал. Витки. Атака. Ну, пробовать переплавить. Сколько побудет так. Поставим ему атаку. И пока что здесь все по ходу. Обмен шиноби. Нам нужна Мэй. Попробовать ее с Хаширамой вытянуть. Нет, Суигетсу и Зетсу. Ладно.
Ничего такого. Открою сразу эти свитки. Ну, что сказать. Не повезло. Снова. Как обычно. Возможно, позже будет все забрать. В принципе, все. Нечего больше и показывать. Мерсарена. Тут лайки поставить, забрать бонусы, магазин. Здесь нет ничего такого, разве что потом уже можно будет забрать кого-то из героев, когда будет побольше очков. Ну, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Дальше встретимся, когда насобираю уже призывов опять немного.